Итак, сделаю небольшой обзор и заодно расскажу о предстоящих выходных. Что, где и как. Кстати, вот смотрите, такой удивительный 40-х годов этот самый велосипед. Велосипед-демократ. И самое прикольное, что на нем тех годов стоят шины Мишлен. Обалдеть. Такая вот сидушка. Ну, то есть интересный, вообще, честно говоря, очень интересный экземпляр. Ну, то есть тут у нас эта локация советская. Тут вот смотрите, как ходили наши бабушки, в чем ходили. Калоши, застегивались. Так, куча фотоаппаратов. Вот тут девчонки что-то ковыряются. А это у нас пуговки по 10 рублей. Монеты 3 штуки. 100 рублей. Значки по 100 рублей. Так вот, что я хочу вам сказать. В эти выходные, то есть 4, 5 и 6 ноября, в честь, что бы вы думали, Дня независимости или какой там у нас праздник? День народного единства. Да нет. Коль наша площадка называется «Сделано в СССР», соответственно, мы посвящаем эти скидки дню Великой Октябрьской социалистической революции. И, соответственно, мы их и назвали революционные скидки. А почему они революционные? Потому что ко всему тому, что у нас было до этого, я говорю про скидки, то есть там все по 100 и 200 рублей у нас минус 50%, там 600, 100, 400 стоит, у нас добавилось еще на все остальное. То есть все, что есть в витринах с ценниками, и даже некоторые, мы договорились с некоторыми арендаторами нашими, все, что есть в витринах, и все, что есть с ценниками, соответственно, будет продаваться минус 10%. То есть можете даже не спрашивать, сразу выбирать себе подходящий предмет, и значит, он будет за минусом 10%. То есть сразу скидка. Хочу похвастаться. Я взял два кителя, ну не кителя, а форма, то есть со штанами, естественно. Уникальные вещи, фамилии говорить пока не буду, этих деятелей военных. Это вот маршал авиации. Маршалов, правда, у нас было много достаточно, ну сколько там человек, наверное, 35. А второй китель вместе со штанами, это главный маршал артиллерии. Ну, если видите, у него, конечно, тут регалии, у него только орденов Ленина 5 штук, орден Боевого Красного Знамени 4, ну, короче, очень заслуженный товарищ. Ну, и, честно говоря, вот маршалов авиации было, как я уже сказал, 13 человек всего. Вот, кстати, на столах у нас вот это все, что здесь есть, тоже будет, соответственно, со скидками. То есть все, что вот по 200 рублей, будет по 100 рублей. Все, что по 100, будет по 50 рублей. Кстати, хочу вот сказать, для любителей рыбалки. Нам тут попалось целое просто огромное количество блесен. Сейчас еще идет щука, сейчас потеплело, наверное. И рыбалочка, так можно на нее еще съездить. Вот эти вот блесна по 400, ну будут по 300 в скидке. То есть чего здесь только нет на самом деле. Итак, дальше пойдем. Так, кителя я вам показал. Ну, коллекция спиртного у нас, конечно, пополняется. Что-то тут недавно мне принесли наши подписчики, наши друзья. Да, вот этот вот азербайджанский коньяк. Я даже не знаю, он со знаком качества, наверное, годов, я думаю, 60-х. И вот очень интересный египетский, причем по-русски написан коньяк, выдержка 4 года. Я даже не знал, что египтяне делали коньяк. Вот. Такие вещи. Я тоже хочу похвастаться. Ну, сегодня буквально взял
Вот был юбилейный, я не знаю, там, наверное, на какой-то юбилей были вот такой выпуск сигарет столичные. То есть они с какими-то пейзажами городскими. Здесь их всего там 10 штук. Ну, вот, как бы пополнил свою коллекцию именно полным вот таким комплектом. Мы сейчас хотим два манекена взять, одеть их в эти формы, чтобы были видны лампасы. Единственное, нет фуражек, придется их где-нибудь покупать, хотя бы даже новодельные. Ну, а вот таких кителей, наверное, было просто масса. Ну, тоже прикольно, вот это ефрейтор. У него тут тоже какие-то значки, регалии, ну, как бы то ни было. И, кстати, тоже артиллерист. Хотел сказать вот про эту люстру. Люстру мы ее помыли, почистили, собрали, протянули новую эту самую электрику. Это вот сталинский ампир конца 40-х, начала 50-х годов. Вот чем он характерен, сталинский ампир, то что у него вот эти вот колбы, вот такие вот синие, они обычно как бы одни каскадные, я видел, а вот тут вот два каскада, очень красиво смотрится. Вот такая вот. Ну и пройдусь и чуть-чуть вам покажу, что тут у нас. Кстати, блесна есть вон и по 100 рублей, то есть, соответственно, они будут по 50, чтобы имели в виду. Да, кстати, вот, что это я совсем забыл. Тут вот для любителей масштабных моделей, этих военных. Единственное, тут ствол вот отвалился. Ну, ничего, приклеим. Процессе транспортировки вот так. То здесь вижу американские, немецкие танки, чуть-чуть солдатиков. Все спрашивают, а что это у вас за сигареты? А вот это не сигареты как раз, вот это вот у нас под сигаретные пачки радиоприемнички маленькие, очень такие прикольные. Это вот у нас такая очень интересная прихожая. На нее уже сотрудники навешали вот этих вот маленьких шубок детских, тоже классные такие, с этими штучками, с бомбончиками. Угу. Так, ну тут посуда. Вот видите, у нас стоят отдельные, значит, все что-то купили, какой-то сервис, даже не знаю что. А это вот наши арендаторы, солдатики. Вот с ними не договорен на скидки, но как бы то ни было, может быть, можно будет позвонить и узнать, и может быть, они скинут. Это тоже наши арендаторы, тоже достаточно дорогие, ручная работа, эти самые украшения. Думаю, с ней поговорить можно, с хозяйкой. Здесь, кстати, у нас вот оловянные солдатики стоят. А вот сегодня тоже купили очень интересный набор. Детский на 4 персоны. Коробочку, она прям в коробке, Тернопольский завод. Вот здесь вот петушок такой, лисичка там петушка несет. Ну, короче, вот такое для еды на 4 персоны, для детей. Ну, соответственно, будут скидки на бижутерию, на бусы, на все на свете. Ну и естественно скидки в наших отделах фиксированных цен. Видите, по 100 рублей, если вы помните, будет стоить по 50. На 200 будет стоить 100. Книжки тоже все со скидками. У нас здесь новые витринки появились. И вообще чуть-чуть мы изменили локации по ценам. Вот здесь у нас сейчас теперь весь Мельхиор в этой витрине. Есть и старенькие. Теперь вот с этой стороны, кто у нас часто бывает, теперь у нас здесь
по 2000 рублей стоят на этих на полочках, а с той стороны по 1000 рублей. А вот эта вся большая полка теперь по 1500. Ну и, соответственно, вот этот ряд теперь у нас, ну, в смысле, теперь он, как и был, по 600 рублей, и вот этот вот по 400. Что касается мероприятий, ну, в смысле, не мероприятий, а что будет сопровождать скидки. Ну, 4 числа у нас тут как бы такой небольшой концерт в 16 часов. 5 числа, в воскресенье, у нас будет аукцион. Лоты я, наверное, все-таки выставлю, а то ругаются люди, что мы их не выставляем, а как бы так, экспромтом получается. Ну, сейчас я думаю, что я это сделаю. И 6 числа, ну, мы такой небольшой фуршетик весь день. Купили газировочки такие под Советский Союз с этими с наклейками, ну, не Буратино, там крем-сода, что ли, вот такое. Ну, то есть, приходите, ну, по крайней мере, можно будет пообщаться. На сим заканчиваю. Ждем вас в гости. Всего доброго. Кружочек вот так вот сделаю.